Так, ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Сегодня хотел показать, для чего нам нужна повязка жуха и для чего нам нужно изготовить их, да? Как бы, вот представим, что вот мы три человека идем по улице на точку сбора. Вот. Если мы идем поодиночке, то, соответственно, у полицейских есть преимущество, они налетают на одного человека по три, по четыре человека и, соответственно, легко его уводят с места. Вот. В случае, если мы используем данную повязку жуха, то у нас получается следующее. Мы можем в короткие сроки, в короткие время, быстро вот так вот встать в связку. Да? Какое-то преимущество дает. Нас уже по одному никто не сможет растащить. Развязать тоже нереально. Разрезать мы не даем разрезать. И вот мы двигаемся, получается. Вот для этого всем рекомендую изготовить подобного рода повязки, ленты. Мы их называем жуха. Вот, поэтому надо их делать. И в завтрашний день вот эти вот простые вещи нам помогут удержаться на месте сбора. Все. По готовности, обратная связь, ждем, говорите, какие проблемы у вас есть. Эта лента у нас получается, ее можно изготовить из ремня безопасности автомобиля, либо же есть другие ремни подобного рода, плотности, широкие. Вот поэтому готовимся, ребята, готовимся.